Привет, привет всем, мои дорогие. Смотрите, что я придумала для вас в этот раз сегодня. Сейчас мы будем делать расклад на двух колодах на новое знакомство. На новое знакомство с загаданный вами период. Для тех, кто у нас хочет новое знакомство, неважно, мальчики, девочки смотрят, просто на новое знакомство с партнером, да? Вам нужно выбрать. Сейчас я зажгу подсвечник со свечкой. Убирайте. Либо вы на светлой стороне, либо вы на темной стороне. Соответственно, для вас предсказание будет на этой колоде арканум. И на этой колоде абстрактной для тех, кто на светлой стороне. Сейчас я в конце видео будет секретная информация. Итак, я надеюсь, вы интуитивно уже выбрали для себя подсвечник со свечой с горящей. Напоминаю, либо темную выбираете, либо светлую. И я, соответственно, делаю для вас расклад на предмет нового знакомства. Либо на этой колоде. Выбрали, да? Определились. Хорошо. Начинаем с этой стороны. Для тех, кто выбрал темный подсвечник вот с этой свечой на этой колоде. Итак, ожидает ли вас знакомство? Новое знакомство для любовных отношений. Загаданный вам период. По карте дурак. Новый партнер идет однозначно. Новый партнер однозначно идет. Видите? Причем знакомство произойдет легко, свободно. Такое ощущение, что этот человек уже вас заприметил, уже о вас мечтает. То есть вы о нем еще не знаете, а он о вас уже знает. И по карте 8 жезлов загаданный вами период проявится сам со своей страстью. Возможно, приедет по карте колесо фортуны. Возможно, знакомство произойдет в поездке в какой-то, да. В любом случае, какое-то движение должно быть в этой ситуации. Вы знаете, по десятке мечей этот человек сейчас переживает, закрывает гештальты, я говорю, в таких ситуациях, переживает те ситуации, которые, ну, может быть, несчастная любовь какая-то, может быть, еще что-то, переживает кризис. Вот поэтому он пока еще на сегодняшний день не с вами, потому что ему нужно там что-то в своей жизни завершить, то, что плохого было с ним, случилось. Очень возможно, по пажу жезлов идет, кстати, очень сильно резонирует вот с этой картой дурак, идет молодой человек помоложе огненной стихии. Ну, хорошо, с чем ты придешь? Придешь с серьезными конкретными решениями, он придет. Придет с желанием действовать, завязывать отношения. Придет в энергиях победителя. Это, кстати, по этой карте может просматриваться мужчина, который либо служит, либо с железом как-то вот каким-то образом работает. Ну, не знаю, тогда сантехникой. С ключом, короче, с ключом в руках придет. Так, еще что с карты вам скажут про это знакомство? Очень сильное взаимное притяжение. То есть, смотрите, может быть, если вы где-то для тех, кто на сайтах знакомств имеет анкеты, уже кто-то вас заприметил, будет к вам проявляться. Цели по поводу вас ставить и желать вас, да. Ну, вот видите, пока по пятерке пентаклей он не в ресурсе. То есть для того, чтобы прийти в отношения, нужно что-то дать партнерше, да, или партнеру, и вот данный человек не в ресурсе. Вот. Вот когда, смотрите, сразу вышла карта туз пентаклей, вот когда типа денежек заработаю, когда смогу я быть достойным партнером, очень хорошее намерение, согласитесь, да, когда я смогу быть достойным партнером, когда у меня появятся деньги для того, чтобы там кино, кафе, там все дела, да, я вот буду действовать. Еще что?
еще одна карта бездействия. Ну, здесь, смотрите, здесь по четверке мечей, да, человек действительно закрывает гештальты, медитирует, настраивается, ну, перестраивает свою психику с одного партнера на будущее счастливые отношения. Всего скорее это вы будете. Ой, все, на этом я буду закрывать карты влюбленные. Вот слышали, да, как я не закончила предложение, и карта сама закончила предложение. То есть он сейчас медитирует для того, чтобы закрыть гештальт и перейти в новые счастливые отношения. И тут же у нас выпадает карта влюбленная для того, чтобы идти в новую любовь. Вы уже готовы, если меня смотрят девочки. А вы вот такая вся ценная, красивая, на дне колоды сидите, поджидаете, да? А, прекрасная, со вкусом девушка. Девушка, возможно, земной стихии меня смотрит, возможно, просто знающая себе цену. Так держать. Так, это для тех, кто у нас выбирал свечу в черном подсвечнике. Теперь для тех, кто оказался терпеливым, дождался, когда я буду делать расклад на свечу в белом подсвечнике. Теперь расклад для вас на загаданный вам период, на знакомство с новым партнером или партнершей. Итак, какой партнер или партнерша идет к человеку, который меня смотрит сейчас, который выбрал белый подсвечник. Кто идет? Вы знаете, по карте смерть, тут либо вы проходите трансформацию, либо идет возрождение отношений с прежним партнером. Ну что, ладно, давайте смотреть, что за партнер. Партнер, с которым друг другу доказывали, страстно доказывали, была притирка характеров, партнер, с которым воевали, ругались и доказывали друг другу какие-то непонятные точки соприкосновения. То есть каждый хотел авторитета, признания его главным в паре, признания его авторитета, каждый хотел уважения, но неправильными методами добивались этого. Вот в чем дело. Сейчас партнер или партнерша думает, здесь просто человек, видите, держит в руке земной шар и думает, почему он держит земной шар в руке, да, смотрите. Потому что нужно принять серьезное решение, потом за это решение отвечать. То есть человек не хочет на эмоциях, не хочет на эмоциях. А еще раз говорю, для тех, кто выбрал у меня светлый подсвечник, это разговор о возрождении, ну, о прежних отношениях с прежним партнером. Вот. И опять идет молодой партнер, смотрите, с кем резонирует, опять огненная стихия, еще один паж жезлов, да что у нас прям сегодня молодятина поперла. Может быть, просто, знаете, может быть, если у кого-то прошлый партнер не проигрывается по пажу жезлов, то это просто на эмоциях человек придет. То есть, ну, грубо говоря, не выдержит, да. Да, не выдержит, обозначит себя. Вот я такой весь, король пентаклей. Да, тут, возможно, земной стихии мужчина у вас был. Вот. И я вот такой весь, я готов вкладываться в эти отношения, я готов тебе показать, на что я способен, чем я важен. Ага. Но когда-то, смотрите, ситуация какая была, видите, женская рука протягивает бокал, мужчина сидит, думает, когда-то вы ему это все предлагали, а он затягивал ситуацию. Затягивал ситуацию, раздумывал, нехочуху такую включал. И тем вас обидел. Много было у вас, кстати, вот по этой карте, да, много было проблем у вас в прошлом. И тот мужчина неправильно себя повел. Ну, по его понятию правильно, по вашему понятию неправильно, ведь у каждого своя картина мира. Он себя повел, ну, как-то вот не оценил вас. Все, что ему ценного было предложено от вас, все не было принято и не было оценено по достоинству. В чем дело? Ну ладно, ты придешь. Да, придет с любовью. Все-таки молодой партнер тут выступает. Придет с любовью со своей. Хочется любви ему. Вот, смотрите. Я, говорит, уже из пажа превратился в короля. Я научился любить, я научился ценить. И смотрите, и опять перекликаются расклады. Здесь опять десятка жизней. У нас с тобой все плохое позади. Я без тебя погибаю. У нас с тобой все плохое позади. Я знаю, что ты без меня тоже погибаешь. Я знаю, что ты без меня просто пропадаешь. Ты лежишь ночами, плачешь в подушку, смотришь в потолок. Тяжело ему решиться, тяжело прийти, но он уже собрался, видите, готов сделать первый шаг.
Очень тяжело ему. Его раздирает прямо на куски сомнения. Надо, не надо это делать. Сердце разбито у обоих. Сердце разбито. Ладно, зачем ты придешь? Зачем ты придешь? Потенциал. Дай нам потенциал. А потенциал такой, что вы, возможно, его отвергнете. И он этого боится. Вот почему ему так тяжело. Вот почему ему так тяжело. Давайте смотреть, ну-ка. Ага, тут у нас идет карта «Страшный суд» на дне колоды. Разговор все будет по справедливости. Вселенная всем распорядится, всех посадит, поставит, посадит на свои места, положит кого надо, да, на свои места, для того, чтобы все было справедливо. Поэтому те, кто меня сейчас смотрит, девочки, мальчики, кому выпал вот этот вот расклад, отпускайте ситуацию. Отпускайте ситуацию, не стойте с протянутой рукой, не ждите от бывшего партнера любви, просто занимайтесь собой. То, что нужно, оно к вам придет всегда. Вы просто доверьте ситуации. Доверьте ситуацию Вселенной. Вселенная лучше нас знает, что для нас нужно, поверьте. И даже если мы проходим через какие-то испытания, эти испытания мы сами себе создаем в результате какого-то ранее сделанного выбора. Вот. А Вселенная это нас упорно ведет к чему-то хорошему. Она никому не желает плохого. Поэтому примите или не примите, вот видите, вот по этой карте вы этого партнера, который в свое время разбил вам сердце, а вы ему, решать вам, понимаете? И Вселенная вам говорит, ты сейчас пока отдохни, расслабься, займись собой, и все будет, все встанет на свои места, все будет так, как оно должно было быть. Теперь смотрите, что, какой секретик я для вас приготовила по поводу вот этих вот подсвечников. Это инь и янь, как всем известно, да? Вот, я очень обожаю его, всегда выставляю его на личных раскладах. Кстати, кто хочет личный расклад заказать, обращайтесь, в описании видео есть номер телефона, WhatsApp, Viber. Смотрите, видите, объединилось в целое инь и янь. Мужские энергии шли по темному подсвечнику, а женские энергии шли по светлому. Тот подсвечник, который вы выбрали, таких энергий у вас на данный момент больше. То есть, если девочки выбрали темный подсвечник, у вас очень много мужских энергий. Поэтому вот новое знакомство, оно хоть и состоится, но вы можете его пропустить, потому что мужчина на мужские энергии не притягивается. Вам нужно больше развивать в себе женских энергий. Девочки, которые выбрали... либо мальчики, все зависит от того, кто смотрит, выбрали светлый подсвечник, у вас, дорогой зритель, много женских энергий. Да, в мужчинах тоже бывают женские энергии, даже если сейчас мы смотрим мужчины. Для мужчины это неплохо, нехорошо, но может быть излишне какое-то желание себя пожалеть. Для девочек очень хорошо. Да, если девочки выбрали вот это вот, тут вам предоставится возможность возобновить отношения с бывшим партнером. Но всего скорее вы не примете его. Всего скорее вы его не примете, потому что уже пройден урок. Помните, там была карта «Страшный суд». То есть урок вы уже прошли с тем партнером. И всего скорее вам сейчас предоставлено время для того, чтобы вы учились любить себя. Я вас всех искренне обнимаю. Желаю вам всем счастья в любви. Исполнение желаний. Пока-пока.